Николай Носов. Живая шляпа. Котенок сидел на полу. Его зовут Васька. Он сидел на полу, ловил мух. И одна муха залетела на шляпу на комоде. И Васька прыгнул и зацепил шляпу. И он соскользнул. И он упал. И на него его прикрыла шляпа. Дальше она пошла. Ребята рисовали. Рисовали. Они не подозревали, что что-то упало и что-то блюхнулось. А вот когда прямо на него упало, они что-то услышали. Какой-то бах. Володя побежал и увидел шляпу на полу. Он хотел ее поднять, а там он закричал, что «Ой, там чудище какое-то идет». Шляпа двигается. Шляпа двигается. И он закричал и побежал в сторону. Ай, ай! И бегом в сторону кровати. На кровати. И что ты кричишь так громко? И Володя говорит, там живая шляпа. Кому он говорит? Он говорит Вадику, что живая шляпа. Что ты говоришь за ерунду? Иди сам посмотри. И он пошел, и Вадик пошел. И Вадик подошел к шляпе, и она прям поползла на него. Он закричал, ай, ай, и побежал в кровать. Скочил в кровать на диван. Я ухожу, говорит Володя. Куда? Пойду к себе домой. Почему? Шляпа ползает. Шляпа ползает. Я тоже боюсь без шляпы. С шляпой движущей. Останься. И он сказал, возьми кочергу. И давай эту шляпу откроем. Ударим. И он взял кочергу. И он сказал, тоже хочу. Кочергу. У нас только одна кочерга. Иди возьми там клюшку. Лыжную палку. И они хотели ударить по шляпе. Они сказали, если ты к нам подойдешь, мы тебя кочергой ударим. И они побежали на кухню. Там закрыли дверь. Что они взяли? Они взяли кочергу. Потом, после кочерги. Давай. Картошку. Давай картошкой будем кидать по шляпе. И он говорит, давай. Они взяли целую корзину картошки и открыли дверь и начали бросать в шляпу. Ой, сначала шляпа сидела просто в комнате. Сидела, не двигалась. Они ее пугали, она все равно стоит на месте. И они начали
И начали, одни кинули одну картошку и услышали мяу. Они еще раз ударили. Шляпа подпрыгнула. Шляпа подпрыгнула. Вылез первый серый хвост. Потом вылезли лапы. А потом весь котенок. И он, Вадик, схватил Ваську. И давай его обнимать. Васька миленький. Как же ты туда попал? Может, на тебя шляпа с комода упала? И он... Васька, но Васька ничего не ответил. Он только жмурился от света и фыркал. Молодец. Николай Николаевич Носов.